Ах, если бы дано было начать по-новому и заново прожить. Детей иначе воспитать, внучат, повыше этих смог достичь вершин. С какого дня и что переиначить, хотел бы безоглядно повторить. Полегче выбрать, не с ручной тачкой, и деньги сэкономить не сорить. Со школы на уроках не мечтать, не упустить развитие момент. Побольше заучить, полезное считать, на этом потерял я столько лет. Не наверстать упущенное летом, в безделье, в суете, зимой, в стужу. Другие в жизни получил отметки, иным со мной было бы не хуже. С трудом просматриваю вот из этой дали сомнительные мелкие успехи. Что в этих грамотах, кому нужны медали? На многие нельзя теперь глядеть без смеха. Ах, сколько раз Господь ко мне стучал, когда я трезвым был на веселе, при многолюдности и где один скучал, на море, в поезде или в родном селе. Глухой, ослепший, я не слышал стука. Насколько раньше Господа познал. Уже тогда мне начало на руки, мог получить благословение знак. В который раз лишь краешком задело, дыханием вечности лишь кромки опалило. И снова не божественное дело, не в христианство утекала сила. Ах, если бы дано переиграть, не все переиначить, только встречи. Стихами Библии заполнил бы тетрадь, и только об Иисусе были бы речи. 5 августа 2003 года.